После этого я и летчик увидели стаю чаек, впереди поднимавшись, штук 6-8. Через секунду они пролетели слева от кабины экипажа и дальше попали в левый двигатель. И начал самолет кренить влево с потерей высоты. Поняли, что полосы нам не хватит для торможения, поэтому мы влево начали отворачивать. Потом начались вот эти вот удары, знакопеременные перегрузки. И потом еще более страшный удар, уже горизонтальный. После этого самолет остановился. Спросил, экипаж живы? Ответили, живы. Пассажиры покидали через боковые двери, задние двери. И пол самолета были уже в огне. Когда им подали команду, все от самолета, бегом, все четко отработали. Молодцы. Никакой...